Еще обзорчик на мои крылья фирмы SKS, конкретно модель Блюмель. Ну что хотелось бы сказать, толщина покрышки у меня здесь 42, соответственно Блюмель здесь, по-моему, 65 я купил, или 65, или 55, несущественно. Ну, в общем, стали хорошо они, но не так уж хорошо они от грязи, в принципе, спасают. То есть низ здесь, вот он видно, забрызгивает. То есть наращивать буду, колхозить 10 сантиметров минимум, может быть даже 15. Жесткий пластиковый. Вот наращу здесь. И сзади то же самое. И зад еще нужно нарастить. Так, все, в принципе, отлично село. Купил я их, заказал на Bike Component. Вышло мне, по-моему, 20 евро. Или 16 по скидкам, ну, уже не помню. Установка там на YouTube можно найти, как их, в принципе, устанавливать, не проблема. Вот здесь я еще подрежу усики и пластиковые заглушечки, вот здесь хорошо. Ну, еще пока в эксплуатации пробую, поэтому не отрезаю ни впереди, ни сзади. Вот. Так он выглядит у меня сейчас.